планеты. Воля твоя, Отец наш небесный, Отец наш.
так, как видишь ты, на тебя смотрю. Мой Бог, ты помощь мне, дай мне мудрость. Ты знаешь, как мне быть, е-е-е. На тебя смотрю, мой Бог, не сокрушусь, дай мне видеть все так, как видишь ты. На тебя смотрю, мой Бог, ты помощь мне, дай мне мудрость, ты знаешь, как.
мы благодарим Тебя, Господь, за то, что навеки Ты с нами. Все дни до скончания века Бог с нами. Если Бог с нами, значит, любая ситуация может повернуться в лучшую сторону. Аминь, аминь, аминь. Давайте похлопаем нашему Господу. Аллилуйя! Присядьте на одну минуту, мы будем сейчас совершать молитву о том, чтобы те дела дьявола, которые были сделаны в вашей жизни, были разрушены. Но вначале я чувствую, нужно сказать кое-что очень важное в нашей жизни. Буквально две минуты. Этот мир, он слышал об Иисусе. Они снимают о Нем фильмы. Они ищут артефакты. Они собирают реликвии. Они цитируют Его притчи, Его истории. Но Иисус для них – это историческая личность. Иисус вчера. Но Иисус желает открыться этому миру, что Он не историческая личность, а современная личность, реальная личность, действительная личность, что Он сейчас. И как этот мир может в это поверить? Знаете, сложно человеку душевному поверить, что кто-то, кто родился больше 2000 лет назад, что сегодня он по-прежнему жив. И есть два пути, как люди этого мира могут узнать, что Иисус живой. Знаете, эти все фильмы, которые они смотрели, сыграли очень хорошее дело для этого мира. Потому что у людей сформировался определенный образ Иисуса. И если вы спросите людей неверующих, какой Иисус, расскажите, они вам расскажут, но он был хороший человек. Он был добрый, он любил, он помогал, он больных сделал здоровыми. Он освобождал людей от демонов, он даже воскрешал мертвых. Вам это скажут об Иисусе. Друзья, и это правильный образ, это хорошо. И это вызов сегодня, во-первых, для церкви, явить такого Иисуса. Потому что другого Иисуса они не узнают, о другом Иисусе они не хотят слышать. Другой Иисус для них неузнаваем. И один из путей, как этот мир может узнать, что Иисус живой, это если Иисус сам физически явится им. И сегодня очень много есть явлений, физических явлений Иисуса мусульманам, индусам, людям, которые поклоняются разным богам, людям, которые живут далеко от христианства, Он является им. Но второй путь, как Иисус является этому миру, говорит к ним, встречается с ними, это Его церковь. Это правда. Я одно место вам зачитаю, и возьмите, это очень важно. 2 Коринфянам 5:20. Давайте скажем 2 Коринфянам 5:20. Послушайте. Мы представители Христа, так как через нас с людьми говорит Бог. Мы представители Христа на земле. Друзья, это что-то больше, чем добиться в обществе какой-то позиции. Это что-то больше, чем получить много денег. Это что-то больше, чем иметь несколько степеней ученых. Это что-то больше. Мы представители. Знаете, есть дипломаты, представители разных стран в Украине, как и украинские дипломаты и представители. Они имеют власть и полномочия той страны, от которой они посланы. Мы с вами представители Христа на земле, так как через нас с людьми говорит Бог. Вдумайтесь только.
грешный мир, он ввиду своих грехов и где-то своей ослепленности не может слышать Бога. Поэтому Бог говорит к этому миру через нас. К чему все это говорю? Это так, как Иисус становится явным сегодня этому миру через нас. Это так, как Иисус становится живым через нас. Этот мир, он знает, Иисус – это хороший, это добрый, это любящий. Он исцеляет больных, он освобождает пленных, он воскрешает мертвых. Если кто-то из вас встанет на этот путь, чтобы прожить такую жизнь, это лучшая жизнь, которую мы можем прожить с вами. И Иисус с большим удовольствием проявится сегодня. И то, что Он делает через миллионы христиан в миллионах мест по всему миру. Раньше Он служил в одном теле. Им мог быть одновременно в одном месте. Теперь Он в миллионах тел, в миллионах мест по всему лицу земли. Но люди не узнают Иисуса другого, но не узнают библейского Иисуса. Многие из вас, вы можете намного больше. И мы хотим вас пригласить, не всех, но кого-то из вас, в наше еще одно служение. Потому что мы сейчас будем молиться об исцелении, но исцеление здесь не заканчивается. Оно продолжается за пределами этого здания. У нас есть молитвенный центр, куда уже подали свои заявки 20 700 раз. И это люди со всего мира, они пишут туда. И молитвенники со всего мира, они присоединяются, они молятся. Наши люди также молятся. Также у нас есть линия, колл-центр, молитвенный, телефонный центр, где люди звонят со всего мира, и о них молятся там. Я несколько свидетельств вам просто расскажу. Я хочу сейчас помолиться о тех людях, кто желал бы присоединиться. Знаете, если вы можете... Если у вас сердце, оно расположено служить таким людям, если вы горите тем, чтобы молиться об исцелении за людей со всего мира, мы проведем вам небольшую школу, и мы научим вас, как это правильно делать по телефону или в молитвенном центре, и вы сможете служить своим даром. И даже если вы еще не исцелились, неважно, вы можете служить, у вас есть этот дар. Послушайте, несколько свидетельств. Их огромное количество, но я попросил напечатать несколько. Одно из свидетельств, вот этот, здесь ткани всякие, да, вот, оно попало сюда, оно не из молитвенного центра, но с нашего сайта. После просмотра видео, где молятся за ткань, у нас есть видео, где мы молимся за молитвенную ткань. Я исцелилась от многолетнего остеохондроза. Я уже голову с трудом могла повернуть. Но Господь исцелил. И до сих пор, как смотрю это видео, спина выпрямляется и вибрирует. Слава Богу за свободу. Друзья, я помню это видео. Посмотрите у нас на сайте, где мы молимся о ткани. На нем всегда остается сила. Малыш 3 лет, который был в реанимации. Послушайте, 3 годика был в реанимации после аварии, где погибли оба родителя, и бабушка с дедушкой выжили. После молитвы в нашем центре он вышел из комы. Слава Господу за жизнь этого 3-летнего ребенка. Приветствую. Не было детей, долго, выкидыши и тому подобное. Отправляла молитвенную нужду на этот сайт. Сейчас ждем 2-го мальчика. Аллилуйя. Уже 2-го ждут. Это настоящее исцеление. Просила молиться за исцеление дочки от стрептодермии. Слава Иисусу, дочь здорова. Выжил мальчик Тимофей, который родился на 32-й неделе. Зимой просила молитвы за него. Слава Господу, спасибо за молитвы. Родился раньше времени. Живой, здоровый. Аллилуйя! Я хочу воздать славу Господу Небес, что исцелил нашего сына Эммануила от гидроцефалита. Это страшная болезнь, друзья. Нам поставили диагноз, когда я была беременна в 9-й месяц. И Господь услышал нашу молитву, и спасибо всем, кто молился за него. Аллилуйя. У него также было кровотечение с 4-го месяца, когда она его носила. Она тоже получила полное исцеление.
какие-то телефоны, какой-то молитвенный центр. Это стоит то, чем мы занимаемся. Аллилуйя. Еще три свидетельства. За меня молился брат по скайп и просил о молитве на молитвенной линии. Господь сделал чудо, дал нам отдельное жилье. 11 лет ожидания. И слава Господу, я вас благодарю, пусть Бог благословит вас. После 11 лет ожидания брат помолился по скайпу, и они получили жилье. 2 месяца назад просила молиться за Викторию. У нее в течение года болела голова от наркоза после операции. Боли были постоянные, без перерыва. Сейчас радуется, что больше не болит голова. Благодарю Господа за вас, дорогие молитвенники. Аллилуйя. У племяшки, ей 2 недели от роду была желтуха. Вчера выставил нужду помолиться, так как уколы делали уже в голову и говорили, что еще 5-7 дней нужно лежать. А сегодня ее вдруг выписали домой. Аллилуйя, я так рада. Еще давайте похлопаем Господу. И последнее. Просили молиться. Были боли в животе на протяжении 10 лет. Каждую минуту без перерыва. 10 лет. Каждую минуту без перерыва. Гастроэнтерологи ничего не находили. Все обследования и УЗИ всегда показывали норму. Боль изматывала. Ночами не спала. Говорили, что это духовная проблема. Перекаялась во всем. Увы. После вашей молитвенной помощи к утру боли стихли. И вот уже каждый день знакомлюсь с новыми ощущениями, без боли. Благодарю и славлю Господа и за вас тоже, Нина. Аллилуйя! Держи жизнь мою, Бог. Сейчас просто принимайте, положите свою руку на ту часть тела, где у вас есть болезнь.
или есть какое-то нарушение, какая-то дисфункция, какая-то часть тела не работает, если это во всем теле, просто куда-то положите свою руку, пусть ваша рука, это будет точка контакта. И принимайте Его силу, принимайте Его исцеление. И Иисус сказал: именем Моим. Иисус, спасибо Тебе за то, что Ты дал нам эту способность через Твое имя приносить Твою силу, Твое Царство. И во имя Иисуса пусть будет разрушена всякая болезнь в этом месте. Во имя Иисуса пусть будет разрушен всякий корень болезни. Во имя Иисуса Христа пусть будет разрушен всякий смертный диагноз. Пусть будет разрушено всякое семя дьявола, всякое насаждение, всякое слово, приносящее смерть. Пусть будет разрушено. Пусть будут отсечены всякие корни. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Пусть остановится всякий рак, всякая онкология. Пусть остановится всякий диабет, гепатит, СПИД, ВИЧ. Пусть остановится всякое заболевание крови. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Пусть это будет разрушено. Во имя Иисуса. Пусть будет разрушено всякое дело дьявола, я говорю. Ты дух немощи. Прочь с этого места. Ты дух болезни. Прочь. Во имя Иисуса. Прочь. Давайте скажем вместе. Дух немощи. Дух болезни. Прочь с этого места. Во имя Иисуса Христа. Дух, вызывающий болезни и немощи. Вон с этого места во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса. Пусть приходит свобода от болезни. Во имя Иисуса я провозглашаю свободу от боли. Свободу от болезни. Свободу от немощи. Свободу. Свободу в твой позвоночник. Свободу в твои суставы. Свободу в твои органы. Свободу. 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 Свободу в каждую часть твоего тела. Свободу. Свобода пусть придет. Будьте свободны от этого диагноза. Будьте свободны от этих дисфункций. Будьте свободны. Будьте свободны во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Я сказал, во имя Иисуса вы свободны. Во имя Иисуса вы свободны. Во имя Иисуса вы свободны. Будьте развязаны. Будьте развязаны. Будьте развязаны, будьте развязаны, будьте развязаны во имя Иисуса Христа. Принимайте прямо сейчас. Господь, спасибо Тебе за Твою силу. Знаете, Божье Слово говорит, что если ты будешь верить, то ты увидишь славу Божью. Так говорит Иисус. Он сказал, что если ты поверишь, то ты увидишь Его славу, ты увидишь исцеление, и ты увидишь то, что Он может сделать. И то, что тебе нужно сделать, это поверить в то, что Бог может тебя исцелить. Я хочу, чтобы мы кое-что с вами сейчас сделали. Держите свою руку на том месте, где вам нужно исцеление. Закройте ваши глаза и представьте, что вы исцелены. Я имею в виду, поверьте, что Бог может прямо сейчас вас исцелить. Пусть эта молитва не будет сейчас просто словами, но от всего сердца поверьте и скажите: Господь, я благодарю Тебя, что Ты можешь меня исцелить прямо сейчас. Послушайте Слово Божье. Если ты будешь верить, то ты увидишь Его славу. И почему сегодня Бог не может тебя исцелить? Он может это сделать сегодня. Почему ты думаешь, что Бог не может тебя исцелить? Он может. Закрой свои глаза. Положи свою руку на то место, где тебе нужно исцеление. И скажи: Господь. Давайте скажем вместе: Господь,
спасибо, что прямо сейчас Твоя сила исцеляет меня во имя Иисуса. Держите свою руку. Я помолюсь прямо сейчас, Дух Святой, во имя Иисуса. Я прошу Тебя, прикоснись к этим людям. Я прошу Тебя, чтобы всякая немощь, всякая болезнь на этом месте была разрушена Твоей силой сегодня по вере моих братьев и сестер, по нашей вере. Мы говорим, что в теле нет больше болезней, которые разрушали. В нашем теле нет больше болезней, которые мешали нам. Сегодня, прямо сейчас, во имя Иисуса, приходит полное исцеление в Твое тело, приходит полное исцеление. И то, где ты не мог исцелиться, сейчас Божья сила прикасается к тебе и исцеляет тебя во имя Иисуса. Прямо сейчас начни делать то, что ты не мог делать. Сейчас попробуй это сделать, если тебе было сложно или больно, или там, где у тебя были опухоли, или то, что тебе мешало, трогай это сейчас. Пробуй делать что-то. Пробуй делать это активно. Прямо сейчас во имя Иисуса Его сила прикасается к тебе. Его сила действует прямо сейчас в твоем теле во имя Иисуса Христа. Иисус, ты нужен мне. Иисус, ты нужен мне. Аллилуйя. Давайте похлопаем Господу. Продолжайте себя проверять. И мы еще сегодня послушаем свидетельство. Сейчас присядьте. Я хочу сейчас проповедовать это очень важное слово. Это очень, очень, очень важное слово. Скажите кому-то, кто рядом, сейчас будет важное слово. Очень важное слово. Это слово поможет вам быстрее исцеляться. Это слово поможет вам видеть прогресс в исцелении больных. Давайте вначале помолимся. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты учишь нас. Ты ведешь нас дальше. Ты ведешь нас к победе. Мы благодарим Тебя за то, что Ты снаряжаешь нас сегодня для великих дел. И снаряжай нас, делай это во имя Иисуса Христа. Мы просили. Аминь. Давайте еще похлопаем нашему Господу. Вот здесь находятся болезни. Я потом вам покажу их. И мы узнаем, как с ними разбираться. Я говорю серьезно вам, здесь находятся болезни, 4 болезни. И мы сегодня кое-чему научимся. И вам это поможет. Сначала прочитаем вам одно место из Библии. Это Евангелие от Марка, 5 глава. Я буду читать с 27 стиха. Можете открыть Евангелие от Марка, 5 главу. Это знакомая история, но на его слове есть сила. И ребята мне помогут, на экране вы будете видеть кое-какие цитаты. Она подошла сзади к нему сквозь толпу и прикоснулась к его одежде. Это женщина с кровотечением. «Если хоть к одежде его прикоснусь, то исцелюсь», — говорила она себе. Ее кровотечение сразу же остановилось, и она почувствовала, что исцелена. А Иисус мгновенно почувствовал, что из него вышла сила. Это так хорошо, когда происходит этот контакт. Когда она почувствовала, как что-то произошло, и он почувствовал, что вышла сила. Вот он, этот контакт. И тема называется так. Двигайтесь верой, чтобы двинулась сила. Двигайтесь верой, чтобы двинулась сила. И вот что я узнал о силе. Вера способствует движению силы. Я хочу это повторить. Я нашел, что вера способствует движению силы. Десятки людей прикасались к Иисусу, но только одна
женщина, которая прикоснулась сферой, она создала это движение, этой силы из него внутрь нее. Когда мы служим, на наших служениях очень сложно угадать или предусмотреть, когда и в каком случае сила будет двигаться. Вы согласны со мной? Однако мы знаем, что во время служений вера людей, она изменяется. Вера, она не статична, но динамична. И понимая это, мы можем для себя найти, как вера может создать движение для силы. Если вера динамична, если она изменяется, тогда, если мы будем продолжать движение по вере, мы создадим платформу, предпосылки для движения силы. Это важно понимать. Такой подход увеличивает чудеса. Однажды я служил в одном месте, и там была женщина, которая много лет была прикована к инвалидному креслу. И я помню, что я молился, и я говорил: во имя Иисуса сейчас вставайте и ходите. Она попробовала, и у нее не получилось. Тогда я сказал: во имя Иисуса, я сказал, вставайте и начинайте ходить. Она попыталась встать и снова села. Я снова помолился, я сказал: во имя Иисуса повелеваю вставать и ходить. Она встала, постояла и снова села. Так продолжалось на протяжении 10 минут. Я вам скажу, это очень долго. Это очень долго. Потому что мы только что молились 2 минуты, а показалась целая вечность. Но когда ты молишься 10 минут, повторяешь одно и то же, и ничего не происходит, это целая вечность. И это битва между верой и неверием. И неверие поднимается внутри тебя. Неверие поднимается от человека, за кого ты молишься. Неверие поднимается из зала, потому что они сидят и смотрят, ничего не происходит. Я помню, сошел с сцены, говорю: женщина, это не воля Божья, чтобы вы сидели на этом кресле. Воля Божья, чтобы вы ходили своими ногами. Вставайте и ходите. Она встала, постояла, и она села. Она говорит: я не могу. Я походил, сделал еще один круг, подошел. Говорю: женщина, я вам сказал, вставайте, идите во имя Иисуса, давайте свою руку. И она пошла. И потом она начала ходить. Слава Господу! Вы видите, что происходит? Вера высвобождает силу. И вера, она динамична. Она в разный период времени изменяется. Можно десятки раз прикасаться к Иисусу, и сила не будет двигаться. Но в какой-то момент это будет прикосновение веры, и ты не знаешь, когда это будет. Поэтому очень важно продолжать движение. Вера без дел мертва, бесполезна. Но только когда ты создаешь движение веры, создается движение силы. Это важно, создавать движение веры, чтобы вера двигалась. Пока она не движется, она не приносит пользы. Нужно создать движение, чтобы вера также начала двигаться и принесла результат. Пока не будет этого движения, не будет результата. Если не будет вот этого один раз, второй, извини, третий, четвертый, извини, но принимай во имя Иисуса. Когда это будет происходить, ты не знаешь, когда произойдет прикосновение веры. Потому что то, что ты делаешь, это является признаком веры. А вот это является признаком неверия, если ты раз сделал и ушел. Вот это является признаком веры. Женщина, вставай. Женщина сказала: вставай. Я сказал: вставай. 10 минут борьбы. Но она встала и пошла. Друзья, хочу кое-что сказать. Что-то очень важное. Вставай, иди. Аллилуйя. Что я узнал о молитве? Вот мы молимся за людей, и кто-то может себе записать, кто пишет: молитвы много не бывает. Если после молитвы исцеление не произошло, это отлично. Но если исцеление еще не видно, или ты в духе не получил откровение, что что-то произошло, тогда нельзя останавливаться. Это очень важно. Нужно продолжать идти дальше. Потому что ты создаешь
предпосылки для движения Его силы. Много раз мы прикасаемся к друг другу, но вы не знаете, в какой момент высвободится сила. Никто не знает. Поэтому вывод – продолжаем это делать. И вы скажете, так мы это знаем. Есть одна деталь, и вы должны эту деталь сегодня узнать. Что это за деталь? Когда ты, слушайте внимательно, начинаешь снова молиться после первого раза, когда ты повторно начинаешь молиться, то должен произойти не регресс, а прогресс в вере. Вот деталь. Регресс – это откатиться назад. Большинство людей, когда молятся повторно, третий раз, четвертый, наступает регресс в вере. Потому что ты понимаешь, ничего не работает, она не встает, человек не шевелит ногой, ухо не открывается, уста не говорят. И поверьте, этого не видно, но происходит регресс, откатывание назад веры. Поэтому важная деталь, когда мы молимся второй раз или третий раз, когда мы не увидели результата, когда что-то пошло не так, когда мы поднимаем человека, что-то не работает, очень важно следить за тем, чтобы был взрыв веры, а не ее затухание. Очень важно, чтобы в этом моменте был регресс. Очень важно за этим следить и работать над своей верой и верой человека. Это наша задача – следить за своей верой и за верой человека, потому что есть битва между верой и неверием. И кто-то ее должен выиграть или проиграть. И, ребята, приготовьте, пожалуйста, видео. Видео о том, это хорошее видео, которое иллюстрирует, как человек Божий, он боролся за полное исцеление. Он молился о человеке, кто не слышал, 80% на одно ухо. И знаете, он молится, ничего не получается. Он молится, ничего не происходит. Но мне так нравится, как он продолжает. Вера без действия мертва. Действие заставляет веру действовать. Должно создаться действие, и это действие запускает действие веры. Пока не будет действия, не будет действия веры, и не будет высвобождена сила. Это важно понимать. Вот поэтому всякий раз, когда ты молишься за человека, и что-то не работает, помни, должен быть взрыв веры, а не затухание. Поэтому нужно говорить, окей, сейчас мы это сделаем, не-не-не, мы это сделаем, давай еще, давай, во имя Иисуса, давай, принимай, здесь, вот оно, здесь уже, принимай, я не согласен, что лучше, чуть-чуть лучше, нет, я не согласен, давай, во имя Иисуса, давай, лучше, нет, давай еще, во имя Иисуса, мы это сделаем, вот оно идет, вот оно, давай, еще лучше, отлично, никакой домой, давай еще молимся. Если у нас позволяет время, друзья, это увеличит чудеса в нашем служении. Всякий раз, когда я так делал, когда я добивал до последнего, я видел прогресс, я видел увеличение чудес. И часто нас время ограничивает, часто мы, к сожалению. Но если у вас есть лимит времени, послушайте, если вы только будете добивать до конца, вы увидите взрыв чудес, взрыв исцеления, вы увидите рост. Давайте посмотрим это видео. They said he's 80% deaf in one ear and completely deaf in the other one. He calls this one his good bad ear and the other one his bad bad ear. Cover up that other ear. Засыпай, где другое ухо. Cover up your other ear. Закройте свое ухо, свое другое ухо. Во имя Иисуса я приказываю эти уши, чтобы открылись прямо сейчас. Глухота, я проклинаю тебя и повелеваю тебе выйти во имя Иисуса. Ухо теперь открыто. Дух глухоты, я повелеваю тебе выйти прямо сейчас во имя Иисуса. Теперь во имя Иисуса. Ты меня слышишь? Иисус. Ты меня слышишь? Иисус любит тебя. Просто немного еще.
Эй, я хочу, чтобы больше, чем этот мой слух, я хочу что-то реальное. Я не хочу что-то, что подделка. Я жил подделками слишком долго, я не хочу больше этого. Я сказал, мужчина, а Иисус является подделкой, Евангелие является подлинным. И таким образом мы просто сидели там, молясь, молясь и молясь за Него. Отец, я благодарю Тебя, что начиная с этого дня уши открыты во имя Иисуса. Полная целостность слуха. Боже, я благодарю Тебя во имя Иисуса, что глухота оставляет этого человека, что на 100% исцеление завершено. С этого дня эти уши будут слышать во имя Иисуса. Ты меня слышишь? Да. Но я хочу, чтобы ваши уши слышали лучше, потому что Иисус заплатил цену за вас, полностью исцеленным от потери слуха. Он заплатил за нас, чтобы исцелиться от всех наших недугов и всех наших болезней. Он заплатил цену, а не я. Он сделал. Так что я просто пытаюсь дать Ему награду за эти страдания. Прямо сейчас у меня в ушах все еще проявляется, но как будто стреляет попкорн. Это нормально? Нет, нет. Иисус, благодарю Тебя, что весь этот треск в ушах покинул его во имя Иисуса. Прямо сейчас уши открыты во имя Иисуса. Совершенно новые. Бог, спасибо во имя Иисуса. Вы можете слышать это? Щелчок. Да. Да, да, да. Вы можете слышать, но вы не можете говорить. Мужчина вот там плачет. Иисус, благодарю Тебя. Спасибо Тебе, Господи, спасибо за исцеление его ушей. Можете видеть, как мужчина плачет, потому что он начал слышать. Спасибо, Бог. Спасибо во имя Иисуса. Да, Бог, да. Он говорит, я не плакал за последние 20 лет после того, как мой отец умер. Я плакал только на похоронах моего отца. Это мужчина этот говорит. И он говорит, я не собирался когда-либо снова плакать. Но я снова щелкнул пальцами, и он закричал сильнее. Я мог слышать его, и потом слух его открылся. Снэп никогда так не звучал красиво. Снэп — это щелчок. Люблю тебя. Люблю тебя. Спасибо большое. Теперь я могу заплатить кому-нибудь, чтобы быть рядом с тобой весь день. Это реально. Подделка не приходит от Иисуса. Да, не приходит. Тот самый Иисус, Он реально делал, Он подан на Евангелие, Он тот, который открывает глаза и уши. Да, и сердца, говорит мужчина. И позволяет человеку, который не плакал в течение 20 лет, плакать. That's Jesus. That's good. Amen. And so now you're going to be able to witness. И вот теперь вы собираетесь. Severely. You're going to terrify the devil. Вы собираетесь сокрушать дела дьявола каждый день. He got the. Он получил реальное, подлинное Евангелие. Бог коснулся его, исцелил его ухо. И первое, что он говорит, что из его уст вышло, это то, что я буду удивительным свидетелем. Мы наделяемся силой его, чтобы можно было увидеть исцеление. Этот парень, как он сразу исцелился. Я просто сказал, он приехал сюда, в эту школу, не считая, что он может исцелиться. Но он идет и говорит, что эти вещи изменили мою жизнь. И теперь все это изменило так, что он теперь реально слышит. И таким образом он собирается пойти сейчас туда и реально делать Божье дело. Он не плакал.
плакал в течение 20 лет. Идите теперь и радуйтесь. Аллилуйя! Скажите, вера, вера, важна вера, важна вера, вера высвобождает силу. О, друзья, и что я узнал о вере? Через несколько минут мы уже начнем молиться. Но что я узнал о вере? Есть три типа веры. Есть вера большинства, есть вера Вартимея, есть вера хананьянки. Знаете, есть вера, когда ты просто молишься. Это вера большинства. Но если ты молишься, и что-то идет не так, какие-то есть препятствия, но ты все равно молишься, это вера, которая была у Вартимея. Но когда ты все перепробовал, ничего не работает, и нет никаких шансов, но ты все равно не отказываешься, ты все равно продолжаешь, и тебя не остановить, это великая вера. Есть вера, есть большая вера, есть великая вера. Это вера хананьянки. И я призываю всех вас, нам нужно прийти именно к этому виду веры, потому что этот вид веры, он позволит нам видеть невероятные чудеса. И также я кое-что узнал о болезни. И послушайте очень внимательно сейчас это. Не сама страшна болезнь, страшнее информация о болезни. Я знаю, вы это не услышали. Болезнь, она сама по себе поддается легко устранению, но информация об этой болезни намного страшнее, потому что чем вы получаете больше неправильной информации, негативной информации о вашей болезни, тем вы формируете вокруг этой болезни такую, как скорлупу, как стену, твердыню, через которую очень сложно пробиться. И многие люди сражаются не с болезнями, но с вот этой скорлупой, с вот этим саркофагом, потому что если тебе сказали, это просто маленькая опухоль, то тебе это ни о чем не говорит. Если тебе сказали, это серьезная опухоль, которая приводит к смерти, она быстро распространяется. Друзья, знаете, что приходит? Это может быть по виду одна и та же опухоль. Всего лишь 1 сантиметр. Но в первом случае ты идешь и просто поешь песенки, в другом случае ты выходишь черный от врача, и тебе уже не хочется жить. А знаете, чем они отличаются? Они отличаются всего лишь там есть сосудики, а там нету. Но вы знаете, что там, где есть сосудики, они могут перестать работать. А там, где нет сосудиков, они могут появиться там. Все зависит от информации. И мы боремся с вами больше с информацией, но не с самой болезнью, с этими твердынями. И это то, что я узнал о болезни. Страшнее информация. Поэтому не спешите сразу лезть в интернет и ставить себе диагноз. Не спешите сразу находить самые страшные вещи о вашем диагнозе. Знаете, что вы сделаете? Вы построите стену вокруг вашей болезни, вы построите этот саркофаг, который попробуйте потом разбить. Вам потом потребуется много сил, чтобы разбить этот саркофаг. Сердцевина ореха, она мягкая, друзья. Это скорлупа твердая. Скажите, что вы делаете с орехами? Я не спрашиваю, что вы делаете с камнями, потому что не думаю, что вы каждый день на кухне что-то делаете с камнями. Но что вы делаете с орехами? Я обещал вам показать болезни. Вот они. Самые крепкие откладываем на потом. А ну давайте мне покажите, как мы это сейчас будем делать. Друзья, вот это то, что из себя представляет болезнь. Действительно, есть скорлупа. Но что мы делаем с орехами? Попробуйте, сделайте что-нибудь с ними. Давайте. А ну, станьте, пожалуйста. Станьте. Так. И держите. Вот. Ну, смотрите, что уже произошло. Мы не договаривались. Смотрите, она уже его щелкнула. Вот так происходит с некоторыми болезнями. То есть скорлупа очень быстро поддается. Вот так происходит дальше. Когда кто-то слышит, что у кого-то скорлупа треснула, они просыпаются, начинают вот так делать. Что происходит дальше? Делайте что-то с ними. Пусть это достанется на сиденье. Пусть это нас не съест. Мы это размолотим. Мы это разрушим. И оно нас не съест. Это мы, как Давид сказал, твою голягу, помните, что он сказал? Я выброшу птицу в небесное твое тело, а не склюю его. Это все лишь орешки, правильно, можно кушать. Что ты будешь делать с этим? Давай.
То есть смотрите, мы проявляем какие-то действия. И иногда с первого раза не поддается. Они, видите, сообразительные. Один другому подсказал, и они топнули ногой. Но если бы они сейчас руками делали, потребовалось бы время. Не все орехи можно разлучить руками. И вот так вот разные болезни. Вокруг них сформировался разный кокон, разные ограды. Потому и требуется иногда надавить не один раз. Второй, третий, четвертый. И вообще, ребята, вообще, у нас есть орехокол. Его имя Иисус. Извините, я не принес его, но вы и так справились хорошо. Спасибо, съешьте. На самом деле это орешек. Ешьте и будьте здоровы. Омега-3, омега-6, получайте удовольствие. Вот. Если мы так будем смотреть на болезнь, но не как на камень, тогда мы поймем, что мы должны делать. Мы должны придавить один раз, второй, третий. Оно в конце концов лопнет. Но кто из вас добивал орехи до конца? Вы все равно добьете его. А некоторые откладывают на потом. Вот, вот они, хронические болезни. Вот мой призыв сегодня. Достать из своих ящиков все старые орехи. Мой призыв достать их, потому что они поддаются. Если они первый раз не поддались, помните, вера, она задействует силу. Она высвобождает силу. Она способствует движению силы. Поэтому, когда мы давим, когда мы крушим, когда мы создаем это давление, эту оболочку, она все равно треснет. У нас есть эта сила, это потенциал. И в заключение, я знаю, что появляются вопросы. Некоторые из вас, вы не верите в это. Некоторые из вас... Что сказать тем родственникам, чьи родственники до конца один раз помолились, стояли в вере, больше не молились и умерли? Что мы им скажем? Я знаю, некоторые люди также говорят, зачем много Богу что-то говорить, зачем много раз повторять молитвы? Он не опоздает, он слышит и так знает. Я согласен, абсолютно верно. Вот, заметайте следы болезни. Вот. Ну, в данном случае это орехи просто. Люди говорят, Бог знает, он не опоздает. Я верю, и я согласен полностью. Но меня тревожит один вопрос. Умерло много христиан от болезней. От смертных болезней. Я понимаю, Бог не опоздал. Что-то тут не то. Что-то мы не понимаем в вопросах веры и в вопросах силы. Так вот, я в заключение хочу, чтобы вы услышали одну историю. Послушайте, это реальная история, и Юлия ее прочитает сейчас. Знаете, эта история, она дает ответы на вот эти вопросы, которые я только что озвучил. Когда я слышал... Краем глаза я увидела, как в мое тело очень быстро и незаметно вошло что-то невидимое и прозрачное, не имеющее какой-то формы. Оно буквально проскользнуло, но я смогла увидеть это. Не знаю как, но мне это удалось. Я понимала, что простым глазом этого увидеть было невозможно, но я это заметила. У меня сразу промелькнуло в голове, что это похоже на болезнь. Конечно, я надеялась, что это мне показалось, но не тут-то было. После этого у меня началось сильное недомогание, рвота и страшная диарея. Я поняла, что это был какой-то кишечный вирус. Скажу вам честно, я ни разу не переносила на себе такой страшной болезни. Это было что-то ужасное. Я не могла пить воду, потому что, сделав лишь один глоток, я сразу наблюдала, как из меня сильной тошнотой и рвотой выливается целый ковш жидкости. Вдобавок была сильная диарея. По-нашему, грубо говоря, это был понос, когда из тебя ведрами просто выливается вода. Я чувствовала, что теряю все силы и просто высыхаю на глазах. Была уже ночь. Все в доме спали. А я одна мучилась этой немощью, молясь Богу и надеясь, что Он мне поможет и даст какое-то облегчение. Но облегчение не приходило, и буквально в считанные часы мой организм был полностью обезвожен. Воду пить я не могла категорически, так как сразу начиналась сильная рвота, поэтому мне было страшно это делать. Мои глаза впали в глазницы, и я была уже полностью без сил и чувствовала, что могу таким образом, как говорится, отбросить коньки. Но сколько я не просила Бога, облегчения не было. Я повелевала болезни уйти слабыми попытками, надеясь на то, что я помазанница Божья, и Он не даст мне погибнуть и исцелит меня. В конце концов, дело дошло до глубокой ночи, и я поняла, что еще немного, и я просто могу умереть от банального обезвоживания, так и не дожив до утра.
Раньше я много слышала, как люди умирали от такой болезни, от обезвоживания, но я не понимала, как такое может произойти, и не знала серьезность всего, поэтому даже не вызывала скорую. Да и к тому же, живя в Китае, это было очень сложно сделать. Нужно было позвонить переводчику, чтобы он перевел, а ночью не хотелось никого беспокоить. Но тут вдруг я начала осознавать всю серьезность этой ситуации и сказала Богу: «Отец, неужели ты допустишь, чтобы я, твое дитя, так глупо умерла и не поможешь мне?» Я сидела в ванной комнате и еле-еле молилась, как в пустыне, желая испить хотя бы глоточек воды, но не могла. А Бог как будто молчал, а я уже еле дышала и думала: «Неужели можно вот так вот просто глупо умереть от поноса? Не за Иисуса, не за веру, а сидя на крышке унитаза. И почему Бог не вступается за свою помазанницу?» Вдруг я поняла всю безысходность этого дела. Поняла, что если я что-то не сделаю, то я так и умру молодой. Тут я сильно разозлилась на болезнь, и со всей силой и агрессией, какая у меня только была, я закричала к ней примерно так: «Ты дух болезни, ты кишечный вирус. Во имя Иисуса Христа пошел вон прямо сейчас». И сразу же я резко почувствовала какое-то тепло, которое пошло по моим ногам. Не знаю, может, мне даже показалось это, но в ту секунду я точно поняла, а скорее всего поверила, что болезнь испугалась и убежала от меня. Потому что сразу, как я почувствовала это тепло, несмотря на слабость, я резко вскочила со своего белого стула и забежала в комнату, уже уверенная, что я исцелена. Я быстро взяла стакан с водой и с жадностью, наплевав на всякий страх, опустошила его до дна. Напившись, я стала ожидать: интересно, вырвет меня на этот раз или нет? Но, слава Богу, все было спокойно, и после этой минуты ни тошнота, ни рвота, ни диарея больше меня уже не побеспокоили и больше ко мне не возвращались. Повтори эту строчку, что она предприняла, как она сказала. Тут я сильно разозлилась на болезнь, и со всей силой и агрессией, какая у меня только была, я закричала ей примерно так. Вот это ключ был. Она до этого молилась, стонала, просила. До полуночи ничего не происходило. Когда она вот так сделала, что-то произошло. «Ты дух болезни, ты кишечный вирус. Во имя Иисуса Христа пошел вон прямо сейчас». Не, она так не кричала. Сделай так, как она сделала. Со всей... Кто может... А ну, Павла, давай. Это не похоже, что так она сделала. Друзья, мы должны прочувствовать это. Тут я сильно разозлилась на болезнь и со всей силой и агрессией к ней закричала примерно так: «Ты дух болезни, кишечный вирус, во имя Иисуса пошел вон!» Вот! Вот так нужно! Она со всей силы, со всей агрессией, и это сразу оставило ее. Друзья, если болезнь будет для нас камнем, нам потребуется много сил, чтобы избавиться от нее. Но если она для нас станет этим орешком, мы поймем, мы все равно его раздавим. Нужно еще немного подавить, то тогда мы его раздавим. Я бросаю всем тем, кто меня сейчас слышит, всем вам, братья и сестры, всем, кто болен, доставайте эти орехи, доставайте их и начинайте их лупить, начинайте их давить, доставайте эти орехоколы, начинайте снова и снова создавайте давление. Я напомню, что я вам только что говорил. Вот эти попытки, молитвы снова и снова. Обычно сестры против, когда прическу им портят. Ну, она принимает, она большие чудеса приняла. Когда мы это делаем, дьявол говорит: это попытки неудачника. На самом деле Бог это воспринимает как то, что у тебя есть вера. Ты не ушел, ты не остановился, ты смотришь на это как на орех. Ты не разлупился, я тебя придавлю еще. Ты уйдешь, у тебя эта кожура, она лопнет. Я хочу эту сердцевину, я доберусь до нее. Аллилуйя! Давайте встанем на наши ноги. Я разрушаю тебя! Вон дух немощи! Вон дух болезни!
Вон, я разрушаю тебя! Давайте сейчас начнем молиться. Давайте расколем эти орехи прямо сейчас. Во имя Иисуса! Во имя Иисуса! Ты, мерзкая болезнь, я разрушаю тебя в моем теле! Во имя Иисуса! Во имя Иисуса! Во имя Иисуса! Разрушаю! Разрушаю тебя! Разрушаю тебя! Рак, артрит! Разрушаю тебя! Во имя Иисуса! Разрушаю тебя во имя Иисуса! Разрушаю тебя во имя Иисуса! Всякий демон, всякий дух, вон! Вон! Вон во имя Иисуса! Вон из моей жизни! Вон из моего тела! Во имя Иисуса! Призываю имя Иисуса! Призываю Его кровь! Призываю Его силу! Призываю Его жертву! Во имя Иисуса! Во имя Иисуса! Огонь! Огонь пусть придет! Огонь Господа! Огонь святой! Огонь Господа!